Белявский, который непосредственно перед своим этим торжественным выходом на лед размял Сальхов, но сделал 3 оборота. Посмотрим. Похоже, что будет пытаться исполнять четверной Максим. Да, четверной Сальхов. Самый настоящий иллюзионист Максим Белявский. Именно так называется произведение, под музыку из которого катается фигурист в произвольной программе «Аксель 3,5». Приятное впечатление, что, не говоря, оставляет Максим Белявский. В конце концов, сегодня пока...